Итак, вот что получилось у нас, какой кинетический песок. Видите, он так не очень неплохо держит форму. Он такой, мы добавили туда еще больше крахмала. И вот что у Оли получилось. Она показывает. Бабочка. Бабочка и Рыбка. А у Ярославы? звездочка. И сейчас будет сердечко. Убирается легче, чем был. И лучше. И хоп. И ровно Вау, сердечко. какая красота! Так, сейчас на него. Так, как мы без этого сунуть? Так, вот и добавить тут. Тут загнулось. Так. Здрасте.